друзьями увижусь. Только недолго. Ага. Твоя мама идет. Буду погибать молодым. Он не из этой компании даже был. Он просто заступился за девушку. Его избили так, что через так будет. Да. Сюда, не хочу. Ты нахрена на меня сдуваешь? Я не на тебя сдуваю, я просто... Ты не такого же желаешь? Эй, фу-фу-фу-фу-фу! Ты что, в сторону не можешь? Я не я просто хотел... Это что такое? Это что такое? Спишь? Я? Не пью. Друзья рядом стояли, а я бухал. Нет! Взрослый мужчина, я имею право... Ты меня не уважаешь, что ли? Я говорю, ну, уважаю, давай! Дима виноват. Он мне говорит, давай налью. Я не пью. И мы начали танцевать. Поскользнулся, упал в ведро с водкой. Все. Не веришь? Одному сыну не веришь? Я же уже один живу. Хотите анекдот расскажу? Да. Привет, меня зовут Ваня, и у меня нет рук. Тук-тук. Кто там? Точно не Ваня. Я тоже анекдот знаю. Стоят два моряка, один другому говорит, я не моряк. Пошли покурим. Сейчас взял. Чурим с ней, брат. Чурим смешно. Интересно, ее как она меня смотрела? Она на меня смотрела. Хешни, давай на месте разберемся. Слушай, Ник, у тебя есть таблетка Джоэта? А что с тобой? У меня эти дни. Что там с моряком? Стоит два моряка, один другого говорит, я не моряк. Солнечная 15. 150. Поехали. Когда отдашь? Это у тебя тут окна вспотели. Это... Ты пил, что ли? Слушай, ты пошел там? Тебя курить можно здесь? Нет. Останови. Мы ботинки сняли, когда тряхивали ноги. Здесь налево надо. Налево, блядь! Ты чё, дурак, что ли? Посплю. Я чуть устал. Аварийку, оп, оп. Это спасибо. Вот некоторые не пристегиваются, да, типа... мешает, что такое. Где-нибудь... Все, приехали. 150 рублей с вас. Бля, я чё, адрес бывший назвал, что ли? Ладно. Заслужил чай. Мне вообще всегда нравились мужчины, которые разбираются в вине. Да что делать, если ты не сомелье? Чтобы прочувствовать букет вина, нужно его понюхать. А ты че не танцуешь? Хуйня. Оно белое. Мне похуй, что тебе нравится там. Да. Нужно разогреть вино. Это вино сорта винограда Трибьяно. И легкий привкус диоксида серы Е220. Вау! Мне пропуск показывать будешь или нет? Да-да, конечно. У меня где-то вот здесь вот лежал. Вот.
Андрей Малагуса, вы с горя мазал посроли. Алле, да. Ай, смотри, кажется, у вас гора на дамбан. Да, смотри, за мной гора как... Кажется, у вас гора на дамбан. Да, смотри, за мной... Я звезда. Как тяжело быть звездой. Я звезда. Как тяжело быть звездой. Салям, Гитлер. Меня зовут Семен Денис. Хамин алкаш. Сен сигитлер, мен есімім Болат, мен татарларға дұңғыз ит ашаттым. Сенсіз, мен Ғадил, Хамин аркаман. Сенсіз, мен есімім Рафис, мен 15 күші өтірдім. Бетенезге салам. Менің есімім Равиль. Мен орыс қызы білен ерем. Сейчас смотрел видос. Там два мужика преследовали зайчишку и просто безжалостно его убили. И я хочу обратиться к таким людям. Кто вам давал право лишать жизни живого существа? Какой бы... Каким бы он ни был, он живой... Блять, сука! Он живой, блять? С вас 657 рублей. А что делать, если нет денег на такси? Братан, давай лучше ты мне 1000, и на час она твоя. Да-да, сейчас. Где тут? Походу, налика нет. Карту принимаешь? Да, принимаю. Да ну. Дам пики подойдет? Ты знаешь, кто я? Студент 5-го курса? Скидок нет. С вас 600... Ой, пардон. А деньги? Тими. Там кипяток еще остался? Эй! Не обращаем внимания, засунь свою гордость в жопу. Куда ты пошел? Стой, стой! Что ты хотел? Мобил есть, чтобы позвонить? Оно у меня на зарядке, дома лежит. Я из компании Ростелеком, вам удобно разговаривать? Нет, извините, мне неудобно. Ты что, меня наебать решил? Чего молчишь, пидор? Не поддавайся на провокацию. Скажи что-нибудь умное. Ты выше этого. Сам пидор. Просто гениально. Ну ладно, не отчаивайся. Друзья всегда с тобой. Ничего не бойся. А... Мобилу гони. Отдай мобилу. Купишь новую. Жизнь дороже. Да пошел ты нахуй. Понятно. Все идет к драке. А если так, то бить нужно первым. Понял меня?